мы идем, мы находимся в Дубае на Медине, идем к пальме, как называется? Мы идем к какой-то пальме. Палм, да. Что ты меня снимаешь? Красиво, чувак. Чёрт. Вон фонарец. У них даже колесо обозрения есть. Фонарец едет? Можно? Можно. Попробуем? О, совсем не жарко. Вот. Правда, там где море, там не жарко. Паркинг не интересен. Монорельс туда. Мариот известный. Голден. Вот это что ли самый дорогой? А что ты пальцами возишь, блин? Вот так каждый подходит, потом все это грязно. Просто ты пальцем покажи и все, что возить. Так, ладно, что, пешком-то можно дойти вообще туда? Или нет? Вообще не понятно. Ну, здесь надо выйти и войти по English. Вот. Gateway. А вот English. Так. 20. Самый большой. Самый дешевый тикет 1.10. Gateway. А потом еще шоу. А это 10. Да. Получается 20 и 10. Ну, денег у нас всего 15 осталось. Пойдем. Попробуем вон там внизу. В общем, мы тут по местным подземельям ходим. А, ну, как белые люди мы же не можем. Ну, типа, заплатить денег там, чтобы все катали. У нас таксисты аж 3 штуки, блин, сейчас преследовали. Стоят, им заняться нечем. Хоть один клиент. Такси. Экзит. 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 Выход. Вот он, экзит. Наконец-то. Правда, это экзит для машин. Ну, прямо, почти прямо. Мне это напоминает где-то в районе вот этой авиамоторной, где мы тоже шли. Вот, где-то тоже вход. Нет, где мы хотели пройти там короткой дорогой. Ну, там, где грязь по уши, короче. Вот, и там дорога нарисована, конечно, в Яндексе, да? И там тропинка даже нарисована. Но это, наверное, летом было. Ну, в смысле. И море! Море, оно там. Вот что меня и напрягает, да, я говорю, экзит. Но получается, что единственный путь войти пешком, что ли? Или вот на машине. Так что ли, блин? Меня это напрягает, блин. Ну ладно. Давай в Яндексе смотреть тогда. Короче, тут монорельс. Мы можем поехать на следующей станции где-нибудь вылезти. Или там. Зачем смысл?
Ну там наверняка где-то есть проход. Здесь, если его нету, может быть, есть. Есть. Ладно.